Лучше разочарование в любви, чем отсутствие ее. И также счастье. Нет счастья, придумай его. Я любила этого человека, а какая бы женщина не поверила, если бы ей так мужчина сказал, что он ей откроет другой мир. Поэтому, может быть, меня судьба оставила одну с двумя детьми, чтобы я дальше сама попыталась, насколько я буду правильной, насколько я буду стойкой. Это уже будет на виду у всех. Спрашивали, почему уже 10 месяцев прошло, а ты никак не родишь? А я-то его обманула. Я так хотела от него ребенка. Я была уверена, что это будет сын. Я так хотела, чтобы он был похож именно на него. Я ему сказала, что я была у врача. Он сказал, что я жду ребенка.